Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сейчас я распакую подарочек, первый в своей жизни подарочек, который прилетел мне от моего зрителя. Заранее огромное спасибо, Антон ФР, если я правильно прочитал твой никнейм. Большое тебе спасибо, мне дико-дико приятно. И перед тем, как я его распакую, я хотел бы кратенько рассказать маленький анекдотик. Так вот, ребятки, жило два брата, пессимист и оптимист. Один безнадежный и второй еще хуже. И родители как-то раз решили подколоть обоих на день рождения. Так вот, ребятушки, они решили, что тому, который является безнадежным пессимистом, подарят то, о чем он всегда мечтал, а именно лошадку. Ну, а второму оптимисту решили подарить просто какашечку в коробке, для того, чтобы хотя бы раз в жизни товарищ расстроился. И вот пессимист открывает свою коробку и видит там лошадку и говорит: «О господи, она деревянная, я всегда хотел живую». В это время оптимист открывает коробку и говорит: «Слушай, братуха, у меня живая была, только убежала куда-то». Ребятки, я открываю первый свой подарок, и что бы там ни было, даже если там вообще, не знаю, самое-самое что-нибудь, вопрос не в том, что внутри, вопрос в том, что мне захотели сделать приятно, и это безумно-безумно радует. Мне крайне-крайне тепло на душе, я распаковываю подарочек и в любом случае радуюсь, что бы я ни увидел. Два ключика от запертого контейнера, спасибо большое, огромное спасибо. Ну что, попробуем тогда, что ли, контейнер открыть? Открываем, что у нас внутри, и... часть сертификата на Тайпа 57-го, 30 частей сертификатиков, очень хорошо. Я хочу открыть еще один, мне вообще просто аж трясет всего. Ребят, я не знаю, честно говоря, как можно передать те эмоции, которые я сейчас ощущаю. Супер, у меня есть еще сертификатик на Т-44-85. Я больше чем уверен, что когда-нибудь я... соберу эти две машинки, обязательно сниму на них обзоры. Ну и, соответственно, буду радоваться вместе с вами игре в танки и получать от этого неимоверное удовольствие. Еще раз, дорогой мой зритель, спасибо тебе большое за подарочек, который ты мне прислал. Я безумно счастлив, мне безумно приятно, особенно накануне новогодних праздников. Это просто, ну, не знаю, непередаваемые какие-то ощущения, которые бурлят внутри. Ребятушки, если вы за честные обзоры, если вы за честность в словах ютубера, подписывайтесь на мой канал, буду вам безумно благодарен, ставьте лайки, обязательно приходите на все мои обзоры, я показываю технику такой, какая она есть на самом деле. А на данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего вам мира, ну и обязательно спокойствия, пока-пока.